А вы знаете, почему я всегда один? Почему один? А потому что все ленивые. А я на хлебников не хочу, чтоб он меня здесь обжирал. Все стараются обжираться на... Не хотят работать, все наготове. Вот тут у меня один был, обокрал меня всего на... И смотался. Он просился здесь жить. Да это вор. Он ворюга натуральный. Он пришел пьяный. Я его еще взял, угостил, напоил. А он, скотина, взял, меня еще обокрал, Да нафиг мне такие люди, нахлебники, на. Вот мне нахлебники-то не нужны. Потому что все не хотят, все на халяву хотят жить в этом мире. На. Вот. А я халявщиков не люблю. О, видите, сейчас мясо отмыл. О, видите, хорошее мясо. О, мясо, мясо. Вы думаете, я вам так это показываю, мясо? Я постоянно мясо ем. Я без мяса не могу жить, вот. Вы думаете, это так просто для показа? Нет, это не для показа. У меня еще гусь. Сейчас гусь, это собакам буду варить. А он гусь хороший, вот. Ух ты, надо было его слить в другое место. Ладно, сейчас, подойдите-ка. Это я. Я ошибку сделал большую. Это же надо вот сюда сливать. Потом суп сварю собакам. Главное, запах чуть-чуть был. Все, вот сейчас. У меня такое жаркое будет. Так. А пить у меня на природе это категорически запрещено. Так что, увы. Пить у меня все нету. Пить у меня, особенно зимой, все. Так. О, вот сейчас картошечки начищу. О. И... Будет жаркое хорошее, да. О! Так что мы проживем. Вот это мне косуля, я сварю, и мне косули на целый день хватает. А мясо не надо жалеть. Живешь ты один раз в этом мире. Кушай, сколько тебе влезет. Вот так надо. На еду никогда денег не жалейте, люди. Кушайте. Самое хорошее, прекрасное. Мясо, это рацион. В первую очередь. Мясо, сало. Вот это надо. Особенно зимой вот кушать всегда. Мясо. Особенно свинина, вот эта свинина, она как, ну, самое такое нежнейшее мясо считается. Ну, если свинья не старая, вот всегда надо свиней молодых кушать, вот. Потому что я свиней выращивал, я знаю, что такая свинья, она. А которая старая, она, это вот такие свиней специально люди выращивают для, ради наживы, вот большую свинью вырастет, на, а большая свинья, она невкусная, на. А вот молоденькая свинья, она намного раз сочнее, вкуснее. У нее мясо аж во рту тает. Вот, вот такое мясо надо делать. А не так-то. А то ради наживоны. Один продавал такой кабан уже старый, ну здоровый, правда, кабан был. Это ради наживы он продает этого кабана. А не ради себя. А вот который человек выращивает для себя. Вот этот человек нормальный, он только для себя, он на продажу хрен продаст никогда, она, он только для себя. Вот так надо делать, а не так просто. Там все надо, ну, как бы экономно все это делать, на. Ну там одежду, вот лишние продукты есть, если у тебя все равно же лишнее что-то есть, появляется, ну продал там одежду. Какую-нибудь купил, обувь там что-нибудь купил. Вот, вот так надо, потихонечку. Да, самое необходимое берешь, вот что, ну, а не надо запасаться там, наживаться, зачем? Мало ли, может, с тобой всякое все приключиться, на. Вот так что, на.
Надо все, короче, как вот на весах вот. Все точности должно, как в аптеке, наверное. Вот так надо жить, наверное. А если этого не будет, то... А то у нас тропик, зависть особенно, вот зависть, смотри, вон так живет. Не надо никому завидовать. Делай сам все, выдумывай все сам, наверное. И не смотри, кто-то как-то там живет. Вот, я же живу нормально. Вот, и мне это, знаешь, оно мне совершенно, это слово как-то для меня не существует, наверное. Да вообще, у меня только вот так, добро и все. Вот, добро. Больше. Вот я почему? Потому что люди злые. То не скажи, это не скажи. А тут на природе, вот, сам по себе. Никто тебе, тобой не командует, никто не... И живешь. Придут какие-то бандиты, сожгут. Ну, стараешься увиливать от них. Да пускай сжигают. Ну, своя жизнь, она дороженная. А с этими бандитами лучше не разговаривать. Вообще, на уходить только в сторону. Вот почему люди переезжают с города в город? Потому что от нехорошей жизни вот так они переезжают. Потому что... А может, и сам напакостил, что-то уезжает. И вот так у нас переезды вот эти. Угу. Вот теперь сейчас я... Сюда сейчас кипяточек. Будем...